Накануне поздно вечером в пятиэтажном панельном доме по улице Ивана Франко в трехкомнатной квартире произошел пожар. К сожалению, неучебный. Двое человек погибли, 9 эвакуированы. Соседи заметили задымление и вызвали оперативные службы. При этом проникли в квартиру через балкон и вытащили из спальни мужчину. Однако спасти его не удалось, он скончался в машине скорой помощи. В той же комнате было обнаружено и тело женщины, уже без признаков жизни. По данному факту следственным отделом по городу Чебоксары Следственного комитета проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Произведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра места происшествия следов, которые могут свидетельствовать о наличии в помещении, где произошел пожар, паров легко воспламеняющихся жидкостей не обнаружено. Не исключается, что причиной смерти мужчины и женщины явилось отравление угарным газом. Также проверяется версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении. При этом очаг находился в помещении, где были обнаружены тела мужчины и женщины. В целях проверки этих обстоятельств, а также восстановления объективной картины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожаротехническое исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.